Вы это видите? Сзади меня появляются иллюминаты! О, господи, супербада, быстрее! Что твори про меня в церкви, Олес? И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде! Самой сильной банде на ютубе! Ведь перед время супербада будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, вроде бы же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде! Самой сильной банде на ютубе! И брось его у нас непростое видео, потому что сегодня банда! Я попробую договориться с иллюминатами, чтобы попасть их в масонскую ложу. Это просто жесть, супербанда. Такого еще никто никогда не делал. И возможно, банда, сегодня, именно сегодня мы с вами впервые увидим инопланетянина. Это просто жесть, супербанда. Будет реально интересно, поэтому, банда, у меня есть номер иллюминатов. И вот так вот выглядит этот номер. +755-655-755-655-755-6. Окей, банда, этот номер мне скинул подписчик. Как видите, это переписка в WhatsApp. Вы только посмотрите на иконку, это же просто жесть. Там уже показан какой-то иллюминат. Окей, банда, тем не менее, мне не очень страшно сегодня переписываться с иллюминатами, потому что думаю, что это фейк. Но тем не менее, банда, мы должны сегодня это проверить и попасть в иллюминаты, в ложу иллюминатов. Окей, банда, инаугурация в иллюминаты в 3 часа ночи. Погнали, банда! Фух, супербанда, вам не послышалось, мы реально сегодня пишем иллюминатам. Как видите, я уже написал: здравствуйте, меня зовут Сергей Онис. Я решил сразу же им представиться. И реально очень интересно, ли у меня получится попасть в иллюминаты. Потому что, как мы знаем, в основном вот таких вот ложных иллюминатов состоят какие-то звезды, которые закрывают свои глаза, как-то фоткаются вот так треугольником. Окей, банда, если вдруг попаду в иллюминаты, я тоже так буду фоткаться. Так, банда, кажется, они прочитали. О, черт, они только что ответили! Посмотрите, банда, они реально мне ответили! Здравствуйте, мы знаем! Они знают меня, супербанда! Окей, банда, это реально жесть, тем не менее, нам надо ответить на этот номер! Окей, банда, я им написал, я хотел бы присоединиться к иллюминатам и быть в вашем тайном клубе! Надеюсь, они мне на это ответят, банда! Окей, супербанда, это просто жесть! Мне прям все еще не верится, что мне отвечают вроде бы иллюминаты! Вы только на это посмотрите, банда, это реально же... Они мне ответили, супербанда! Посмотрите, что они написали! Мы согласны, брат! Окей, супербанда, просто жесть, они меня только что назвали братом! А я думаю, иллюминаты не будут каждого подряд называть своим братом, это реально жестко, банда! Окей, банда, похоже, у нас какое-то начало. Давайте им что-то ответим. Так, супербанда, я решил не оттягивать и сразу же у них спросил. Хорошо, как я могу присоединиться? А, черт, банда, они мне все еще ничего не ответили, это очень странно. Окей, давайте под... Ох ты ж! Они сразу же прислали 2 сообщения! Так, окей, банда, вот что они мне написали. Первый шаг, прежде чем мы начнем, кем работает твоя семья. О, черт, это какое-то странное сообщение, банда, зачем мне знать, кем же работает моя семья? Черт, это реально странно, как для иллюминатов, зачем мне это знать? Окей, давайте им ответим. Окей, банда, вот что я написал. Моя работа хорошая, у моей семьи хорошая работа, но я готов пожертвовать ею для освещения. Тут я решил немного подлизать, чтобы они уже были на 100% уверены, что я хочу реально стать иллюминатом. Окей, банда, надеюсь, что после этого сообщения они уже будут на 100% уверены во мне. Что ж, банда, это реально жестко, мне все еще не верится, что я вроде бы общаюсь с настоящими иллюминатами. И может быть, банда, сегодня я стану иллюминатом. Окей. Просто я не устану это повторять, банда, потому что у меня прям это не укладывается в голове. Окей, супербанда, ждем, пока они мне ответят. О, черт, они мне уже ответили. Я знаю, что ты врешь, Сергей Онис. Мы знаем, что ты снимаешь видео. Мы иллюминаты. О, черт, банда, вы это видели, что вообще происходит? Откуда они все это знают? Это реально жесть, банда, господи. Посмотрите, они реально писали, мы иллюминат. Что? Вы это видите, банда? Камера светится. Они смотрят мою вебку. Посмотрите, она реально там светится. О, черт, это реально жесть, банда. Они реально следят за моей вебкой, она светится. Мы иллюминаты, мы видим все, вот что они мне ответили, банда. Мы приедем за всеми, кто не поставит лайк и не подпишется на этот канал. О, черт, банда. Быстрее ставьте лайк, чтобы они не пришли за вами. Я только не понимаю, зачем им это. Зачем им ставить лайк и подписываться на канал? Скорее всего, банда не хотят ставать все популярнее. Именно поэтому они заставляют всех ставить свои лайки и подписываться на канал, чтобы видео продвигалось дальше. И тогда у них будет оставать больше людей. Окей, банда, если вдруг вы не хотите, чтобы они пришли к вам, то опускайтесь и заставьте свой лайк. Окей, банда, не понимаю, зачем им это все. И за теми, кто не напишет коммент иллюминат Онис, что это значит, банда? О, черт, теперь мы можем. О, черт, банда! Окей, супербанда, как я понимаю, они хотят, чтобы вы запустили хэштег иллюминат Онис. Что, супербанда, не знаю, зачем мне это, они реально хотят стать популярными. Поэтому, банда, не допускайся, ниже пиши в комментариях хэштег иллюминат Онис. Это будет очень жестко, банда, я не знаю, что вообще происходит. Это реально все очень странно. Я не понимаю, зачем все это иллюминатам. Надеюсь, это реально иллюминаты, иначе зачем они все это делают? Что-то очень странно, банда, что они все это хотят. Али реально эти иллюминаты, или может нет, возможно, это какой-то хакер просто решил с вас поприкалываться. Окей, банда, я решил написать. А есть какой-то пруф, что вы настоящие иллюминаты? Посмотрим, что они мне ответят, банда. Надеюсь, они мне хоть что-то ответят, иначе он сейчас просто начнет меня игнорить. Если я такой... Я гроссмейтер иллюминатов. Что? Кто такой гроссмейтер? О, черт, банда, посмотрите! Мне прислал какой-то свой диплом! Это просто жесть, какой-то диплом иллюминатов! Это реально выглядит жестко, банда! О, черт, супербанда, это реально иллюминаты! Мы сейчас с вами реально общаемся с иллюминатами! Это просто жесть, супербанда! Думаю, за такое-то уже можно было бы поставить свой лайк! И, супербанда, давайте на это видео...
дизлайка, убить Супрембанды. Мы самые сильные банды на ютубе, значит, что правильно. Нам нужно подтверждать на статус самой сильной банды. Окей, банда, это реально странно. А чё, что же мне сейчас ответит, что пишет банда? И как ты смеешь допрашивать меня? О, чёрт, простите, я готов все сделать, что надо. Вот что ответил банда, окей, дизим это выходит. О, черт, посмотрите, сколько мне всего прислал. Окей, банда, тем не менее, давайте прочитаем. Мы иллюминаты, серьезная корпорация. В наш состав входят только самые известные личности. Об этом мы с вами знаем, Супрембанда. Если ты вступишь в наш состав, то ты не должен об этом никому рассказывать. О, черт, об этом я тоже слышал, что никто никогда не должен рассказывать о иллюминатах. Ты должен следовать всем нашим правилам. Один неверный шаг, и тебя никто не вспомнит. Ты больше не сможешь снимать видео. Раз в месяц тебя будут выпускать. Следуй правилам, и ты станешь лучшим иллюминатом. О, черт, Супрембанда, вот это мне ответили иллюминаты. Просто посмотрите на это. Это же реально жесть. Банда. Это реально какие-то слишком странные правила. Я не смогу ни видеть ни близких, ни родных. Что-то все очень странно. Но, в принципе, банда, для того и созданы иллюминаты. Я должен на них служить буду. Окей, банда, здесь у нас все получится. Окей, банда, вот что я ответил. Я написал хорошо, что дальше. Посмотрим, что мне сейчас напишет дело дальше. Чтобы мы были уверены, что ты хочешь к нам присоединиться, тебе надо дать клятву. Окей, банда, я реально готов дать клятву. Давайте им ответим. Окей, супри, банда, вот так вот это выглядит. Я без понятия, что это будет за клятва банды. И это все очень странно. Но тем не менее. О, черт. О, чё, что это такое большое? Окей, банда, они мне опять отправили какое-то большое сообщение. Давайте прочитаем. Все хвалят Варномед. Это наш великий бог, мой сын. Тебе очень повезло, что ты в числе избранных. Вы были приняты богами, чтобы быть членом. Но, мой сын, мы можем вам доверять. Ты сможешь быть верным. А доверие достойно? Несмотря на то, что вы будете проверены, чтобы узнать, что вы готовы стать участником. Поэтому давайте дождем с присяги. Вы готовы к этому? Это мне написали иллюминаты, банда. Окей, банда, они мне пишут о какой-то присяге. Конечно, я готов к этому, банда, ведь я ради этого здесь. Вот что я ответил, я готов. Надеюсь, мне сейчас кинут, что нужно говорить. Итак, банда, ждем от них сообщения. Ты должен записать видео прямо сейчас, где ты говоришь клятву. Окей, я готов это сделать. Я Сергей Ионис, один из избранных. Клянусь, что жить иллюминатом и не передавать их ни при каких условиях. Тайный иллюминатом навсегда останется со мной и умрет также со мной. Я Сергей Ионис, клянусь служить нашему богу Варнет и выполнять все его просьбы. Окей, Супрембанда, как я понимаю, эту клятву должен записать на видео в WhatsApp. Что, Супрембанда, я готов. Это реально безумие, банда, потому что сейчас я буду записывать клятву. Это реально жестко, окей, я готов. Я Сергей Ионис, один из избранных. Клянусь служить иллюминатом и Варнату. Окей, Супрембанда, я это сделал, я это записал, просто посмотрите на это. Вот так вот. Вот что записал Супрембанда, это просто жесть. Окей, банда, я это отправляю. Это реально безумие, банда. Мы сейчас прям реально подписываем контракт с дьяволом. Только не с дьяволом, а с иллюминатами. Это реально жестко, банда. Окей, банда, я отправил свое видео и написал готово. Это просто жесть, банда. У меня все что. Это очень хорошо, вот что они мне ответили. Они меня набирают. Что это? Нужно взять трубку или что? Супрембанда, это реально жесть. Мне только что позвонили иллюминаты. Смотрите на это. Я беру трубку на счет 3. Раз, два, три. Черт, ты реально спрашиваешь. Это были иллюминаты, Супрембанда, они просто скинули. Это реально жесть. У меня получилось, Супрембанда. Я получил доверие иллюминатов. Теперь я буду одним из них. О, черт, банда, это реально жесть. Мне прям это не верится. Эй, что это случилось? Куда делся свет, банда? Вы видите что-то? О, черт. Окей, Супрембанда, это реально жесть. По всему дому просто выключился свет. Я не знаю, ли вам меня сейчас видно, но это реально жесть, банда. О, черт, это что, проделки иллюминатов или что? Ничего не понимаю, банда, вообще нету никакого света. О, господи, здесь хоть какой-то источник света. О, черт, банда, это просто жесть. Это реально какие-то проделки иллюминатов или что? О, черт, вы это видите, Супрембанда! Там чья-то рука! Господи, банда, это просто жесть! Вы это видели, Супрембанда? О, черт, это все злость, это что, иллюминаты уже пришли? О, господи, банда, посмотрите на это! Что это вообще такое? Это что, иллюминаты или что? О, господи, вы это видели, банда! Это просто жесть! Окей, теперь здесь все темно, что это значит? О, господи, банда, не знаю, что это все значит! Банда, это реально жесть! Окей, банда, это реально жесть, я не знаю, что делать! Похоже, иллюминаты уже за мной пришли! Черт, почему здесь так все темно, ничего не видно же, банда? О, господи, мне реально страшно. Там хоть какой-то источник света, банда. Это просто жесть. Я вернулся за эту комнату, где-то здесь были иллюминаты. Это реально жестко. О, черт, Супрембанда, посмотрите. О, господи, это что, реально иллюминаты или что? Это реально жесть, банда. О, черт, что это вообще такое было? Вы видите, там больше ничего нету, банда. Господи, это просто жесть. Мне уже страшно становится от этого всего. Это реально жестко, банда. Мне не привычно это все видеть. Ведь какие-то иллюминаты реально существуют. Мне прям дали настоящий номер иллюминатов. Черт, банда. О, господи, что будет происходить дальше? О, черт, Супрембанда, это просто жесть. Похоже, иллюминаты уже за мной пришли. Мне прям не верится в это, банда. Сейчас я увижу самую настоящую масонскую ложу. Господи, теперь я буду иллюминатом. Это просто жесть, Супрембанда. Я теперь буду состоять в таких мощных клубах. Сегодня прям все самое тайное открывается. Это реально жестко, банда. Думаю, за такое-то уже можно было поставить лайк, банда. О, черт, Супрембанда! Вы это видите? Сзади меня появляются иллюминаты. О, господи, Супрембанда, быстрее! Быстрее опускайся!
пускай зайдет на 100 царский лайк. Господи, я чувствую прям, как они меня забирают. Бандит, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супер-банду. О, господи, бандит, не забывай про мой хэштег. Пока!